Это видео о пигментах для иконописи, где буквально в формате ознакомления будет затронута сущность проблемы. На самом деле, друзья, натуральные пигменты доступны в разных странах в небольшом ассортименте. А вы знаете, что реально количество натуральных пигментов измеряется не одной сотней и не пятью, а гораздо больше? Не удивлюсь, если количество их сегодня составит более 1000 оттенков. Приветствую всех иконоделов, с вами Виталий Преображенский, и сегодня мы немного поговорим об оттенках. В видео будут лайфхаки, мега-бонус и специально созданный для вас PDF-файл, который можно будет скачать, распечатать и пользоваться как шпаргалкой. Для примера я взял сайт немецкой фирмы-производителя натуральных пигментов Кремер. Почему? Порядок превыше всего. Порядок – это половина жизни. Все в порядке? Ты в полном порядке. Дисклеймер к видео. Дорогие друзья и зрители канала, видео не является рекламой производителя. Фото пигментов, взятые из сайта производителя по адресу www.kremerpigmenty.com, формат видео призван показать предложение производителя в формате слайд-шоу, а также помочь понять зрителю широту ассортимента предложений. На своем сайте производитель сделал систематизацию первого уровня по категориям. Это исторические пигменты, земляные, пигменты оксида железа, большая группа современных, которая состоит из 8 подгрупп, а также предложения других производителей и партнеров. К примеру, группа земляных пигментов вмещает 112 пигментов. Включим фильтр пригодных для темперы, и количество их уменьшится до 105 пигментов. Оттенки фильтровать не станем, да просто потому что. Итак, пришло время первого лайфхака. Берем листик и записываем. Переходим на страничку пигмента зеленой земли из Вероны, и здесь, как мы видим, самое важное — это код пигмента. В данном случае это 2 единицы и 3 нуля, который и в любых других интернет-магазинах не будет меняться. Название пигмента может меняться в интерпретации языковых переводов, но если вы знаете код пигмента, то в окне поиска сайта магазина вашей страны его легко найти. Проведем маленький эксперимент. К примеру, я проживаю в Украине и захожу на сайт одного из магазинов по пигментам. Лайфхак номер 2. Именно здесь самые дешевые пигменты Кремер на территории Украины, поскольку эта команда является дистрибьюторами. Пробуем в поиске набрать код пигмента земли из Вероны и... Ой, нет такого. Вот вам и ассортимент. Земля из Вероны. Вроде как достаточно популярный пигмент. А что вы думаете по этому поводу? Обязательно оставьте комментарии под видео. Ну ладно, тогда что-нибудь попроще. К примеру, охра светлая из Кипра. У нее код 17000 или 17,3. О, отлично. Все замечательно находит, и не надо морочиться с названиями пигментов, которые, еще раз повторюсь, это тоже можно записать на листик. Языковые интерпретации в разных художественных магазинах разных стран могут быть разными. Теперь парочку слов о PDF-файле. Что это такое? Друзья, все пигменты от Кремер, пригодных для темперы по состоянию на сегодня, пожалуйста, посмотри дату публикации этого видео, я собрал в одно место. У меня получилась вот такая вот сетка пигментов с указанием их кода. В чем прелесть и польза такой шпаргалки? Во-первых, вся палитра пигментов Кремер у вас под рукой на 9 страницах. Во-вторых, легко читать и искать, так как пигменты размещены по принципу циферного возрастания кода от меньшего к большему. В-третьих, у вас в руках будет шпаргалка-указатель в количестве 510 темперных пигментов в соответствии с формулой оттенок код. Для скачивания этого файла переходи по ссылке в описании к видео. И напоследок, у меня осталась парочка вопросов к вам, мои дорогие подписчики. И вот их список. Каких вы знаете производителей пигментов, кроме Кремер? Есть ли у них порядок на сайте, уникальный код или другие плюшки? Сколько представлено наименований пигментов у того производителя, о котором вы знаете? Ну и наконец-то подошло время к мега-бонусу. Барабанная дробь. Представляю вашему вниманию небольшое слайд-шоу группы земляных пигментов в количестве 101 оттенка. В структуру слайда, кроме фотопигмента, входит его код, а также интерпретация названия на главных языках. Поэтому усаживаемся поудобнее, релаксуем, созерцаем и делимся с друзьями.
А я на этом с вами прощаюсь. Всем хорошего настроения и всего доброго. Пока-пока.